Детский мастер-класс – это всегда праздник, а тот, который посвящен Дню матери, тем более. Ребят учили готовить сладкий сюрприз для самого главного человека в жизни – для мамы. Шоколадье с 13-летним стажем Александр Ефимов рассказал и показал, как сделать шоколадку своими руками. Кулинарный мастер-класс настоящим профессиональным шоколадье помог детям почувствовать себя такими же профи. Перефразируя известную фразу, можно сказать, что кулинарии все возрасты покорны. Научиться делать шоколадку при желании может абсолютно каждый, даже если этому каждому 7 лет. Она была сделана из формочки цветочка, была посыпана орешками и круглыми шариками шоколадными. Не понравился полу, потому что он выливал на стол шоколад и мешал его. Вы еще не пробовали натуральный шоколад? Это невероятно вкусно и полезно. Из такого шоколада дети делали подарок для мамы. Колумбийский шоколад растет в Африке и Южной Америке. Основной компонент шоколада – какао-масло. Чтобы сделать горький шоколад, нужно смешать какао-масло и какао-порошок. В молочный добавляется сухое молоко. Шоколад растапливается, заливается по формочкам и добавляются различные начинки. Вот таким простым способом можно сделать шоколадку своими руками и порадовать маму таким сюрпризом. Мастер-классы для детей дают возможность маленьким сладкоежкам попробовать себя в роли шоколадье, а создаваемое в ходе мероприятия творческое пространство открывает широкий простор для увлекательных экспериментов. Мне понравилось больше всего делать шоколадки и украшать их, очень тоже понравилось. Сначала их надо было попробовать, а потом уже решать, вложить или нет. Потом еще понравился повар. Как он объяснял все и помогал, если не доливали или лишний шоколад налили. И когда он выливал на стол, как буликал шоколад сам. На шоколадном мастер-классе у детей была уникальная возможность побывать на шоколадной фабрике, где можно и нужно возиться в шоколаде, пробовать всевозможные начинки и считать этот день самым сладким в году. Кондитерский дом «Ваниль» находится по адресу улица Ленина, 35.